Назначенный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал интервью американскому журналисту Барри Вайсу, в котором подчеркнул, что политика нового правительства будет определиться Ликудом и им лично, и пообещал обеспечивать верховенство права и права меньшинств. Согласно сообщениям репортера Валла Барака Равида, Нетаньяху стремится успокоить опасения мировых лидеров относительно политики нового правительства. Он отметил, что политика правительства будет определиться Ликудом и мной. Израиль не будет управляться по законам Талмуда. Мы не будем запрещать существование ЛГБТ-организации. Мы останемся правовым государством.